что все-таки брать с собой в рейс? Вот вам завтра выезжать, нужно как-то собраться, не нервничать и что-то необходимое иметь при себе. Почему ты один ездишь? Да был у меня напарник, Генка, но баб заела. Новую бабу найти просто. А вот настоящего напарника это... Да, это точно. Значит, первое, понятно, что нужно иметь одежду, там в зависимости от времени года, да, какую-то легкую одежду, там вроде в машине тепло, кондиционер работает. То есть одну, я собрал одну спортивную сумку, то есть одежду, там и штаны, шорты, что-то теплое, несколько кофт, там носки, кроссовки, тапочки. Нужно обязательно, ну как, сланцы, флип-флапс, там, чтобы вам в душ сходить, например, да, не босиком. Вот, то есть первая одежда. Второе. Обычно во всех траках есть, там, или вы сами поставите холодильник, микроволновку, чайник, там, кофейную машину, там, что-то такое. То есть берите с собой еду. Я советую брать с собой еду, ну, на неделю, я думаю, не проблема взять с собой что-то поесть, приготовить дома, купить что-то нормальное в магазинах. И не советую питаться на тракстапах. Кто-то, конечно, любит весь этот junk food, fast food, но обычно вы должны ехать, и место и время на то, чтобы посетить туалет, у вас будет не всегда, поэтому лучше питайтесь нормально. Я вам не советую питаться на тракстапах. Дальше, нужно взять с собой полотенце, мыло, шампуни, зубную пасту, вот что-то такое. То есть вы будете ходить в душ, умываться, то есть нужно иметь при себе вот что-то необходимое. На всех тракстапах в душах выдают полотенце, но я считаю, гораздо более гигиеничным будет, если вы возьмете все свое. Дальше, нужно иметь с собой, естественно, на всякий случай деньги, то есть понятно, что там карточки и наличные деньги, то есть кэш, я бы советовал там $300 кэш, то есть $300 наличных на всякий случай иметь. Что такое всякий случай? Вы можете договориться, что-то там исправить, поменять, починить за кэш, то есть если вам нужно какую-то проблему решить быстро, потому что решение любой проблемы это время, и на любой сервис, если вы заедете, то это займет у вас, может быть, ожидание, пока вас запустят на этот сервис, займет 2 и более часов, как бы, поэтому лучше на всякий случай иметь кэш, что может какие-то проблемы можно порешать будет быстрее. Советую иметь с собой перчатки, или их можно уже купить будет на тракстапе, или заранее возьмите с собой. То есть перчатки, где-то вам нужно будет что-то возиться на заправках, там возиться с траком, везде все это не особо чистая работа, то есть на всякий случай иметь перчатки. Понятно, что нужно иметь телефон, зарядки все, траковый навигатор нужно будет приобрести там или в процессе работы, или вам сначала там, может, ваш наставник даст какой-то навигатор, там, или что-то будет в траке, или вы будете ездить с кем-то, уже будет навигатор. Ну, возможно, то есть в дальнейшем нужно будет приобрести свой траковый навигатор, который также можно или заказать в интернете, или купить где-то, или уже вы будете ездить, и на любом тракстапе как бы также вы можете приобрести траковый навигатор. Дальше советую иметь там что-то такое элементарно необходимое, там как paper towels, то есть бумажные полотенца, влажные салфетки, то есть запас воды, то есть все это может пригодится в дороге. Ну и естественно нужно иметь постельное белье, то есть вы в траке живете, едете, нужно иметь постельное, то есть подушку, простынь, покрывало, одеяло, там что-то такое. И также какой-то возможен досуг. Баба-то моя ждет меня только через 3 дня. Угу. Вот я и хочу эти 3 дня провести с максимальной пользой для души и тела. Поэтому лэптап, то есть ноутбук, компьютер, планшет, то есть что-то такое свое возьмите с собой, чтобы, если будет время, там, не знаю, смотреть фильмы, там, что-то еще делать, что вы любите, там, не знаю, писать музыку, монтировать видео, то есть ваша личная жизнь всегда в вашем компьютере или в вашем телефоне, поэтому советую иметь с собой. Мой наставник Роман, который учил меня ездить 2 недели, я ездил с ним, он вот смеялся, но вот он говорил, что нужно Валере нужно иметь носочки, потому что если кондиционер дует слишком холодно, то чтобы не замерзнуть, ребята, одевайте носки. Спасибо за внимание. Пока.